Фаберлик предлагает зарабатывать деньги именно таким способом. Компания выплачивает тебе комиссионные от твоих покупок, от покупок твоих друзей и от покупок знакомых твоих друзей. И так до бесконечности. Так создается групповой товарооборот, с которого ты будешь получать от 3 до 23% вознаграждения. Чем больше товарооборот, тем больше выплаты. Заметь, эта система работает для каждого участника этой группы. Что надо делать? Пользоваться продукцией Фаберлик, рассказывать людям о возможностях компании, получать деньги. Почему мы пользуемся продукцией Фаберлик? Можешь ли ты рекомендовать то, что не пробовал сам? Вот и ответ на этот вопрос. Фаберлик подойдет каждому. Здесь товары повседневного спроса, на любой кошелек, для всех возрастов, для каждого члена семьи. Каждый найдет то, что ему нравится. Сколько человек тебе надо в команду для успеха? Пригласи двух друзей, которым нужны качественные товары повседневного спроса и которым нужны деньги. Это просто. Каждый приглашает еще двух. Твоя команда растет в геометрической прогрессии. Заметь, за это время ты пригласил лично всего лишь 6 человек. И вот в твоей команде 60 человек. Каждый покупает для своей семьи продукцию Фаберлик на 50 баллов. Товарооборот команды 3000 баллов. Ты директор. Твой доход – $500 в месяц плюс $900 – премия за статус. Помоги двум друзьям стать директорами, и ты серебряный директор. Твой доход – $900 в месяц плюс $1800 – премия за статус. В твоей команде 3 директора – ты золотой директор. Твой доход – $1500 в месяц плюс $2700 – премия за статус. Плюс путешествие в подарок. И это только начало. Продолжай действовать, помогай людям становиться успешными и увеличивай свой доход. Получай объемную скидку от 3 до 23% за работу, бонусы за быстрый старт, квалификационные бонусы за новые звания, директорские бонусы, бонусы стабильности, бонусы развития, бонусы материнства и бесплатные путешествия. Выплаты через банк через каждые 3 недели. Приглашай в свою команду людей из разных стран и городов. Можно работать через интернет, не выходя из дома в удобное время.